Так начались массовые беспорядки в Жанаузене. На центральной площади города шли народные гуляния, театрализованное представление. Неожиданно праздничную процессию стала окружать разъяренная толпа. К сожалению, по-другому этих людей никак не назовешь. Чем перед ними провинились артисты и горожане, которые собрались отметить здесь главный государственный праздник, непонятно. Следует отметить, что полиция вела себя более чем корректно. Стражи порядка до последнего обороняли сцену, но люди в робах, под призывы своих подстрекателей, взяли, что называется, количеством и буквально продавили оцепление. Разгромив сцену, они двинулись в другую сторону. Свалили и подожгли новогоднюю елку, потом юрты. Затем началось самое ужасное. Преступники жгли автомобили, громили административные здания, магазины, частные дома, банкоматы. Вместо того, чтобы праздновать юбилей независимости, жанаузенцам пришлось спасаться от безжалостных погромщиков. Очевидцы трагических событий рассказали, что нападавшие вели себя неадекватно. Набрасывались на первых встречных и занимались откровенным грабежом. Теперь государству придется расходовать бюджетные деньги на восстановление полуразрушенного города и помощь семьям погибших. Кому была выгодна эта кровавая акция, предстоит установить стражам порядка. В настоящее время общественный порядок в городе Жанаузен наведен стабильно. Криминальная обстановка сейчас находится под пристальным наблюдением. Принимаются все меры по охране общественного порядка. Особо важные объекты взяты под усиленную охрану. Жизнь в Жанаузене в настоящее время налажена, идет своим руслом. Та группа лиц, которая присутствовала на площади Антамак в городе Жанаузен, на мой взгляд, нефтяники в целом не могли на это пойти. На мой взгляд, этим воспользовались другие деструктивные элементы и криминальные элементы. Свидетельством тому может служить то, что в городе в процессе беспорядков было сожжено несколько зданий, разграблены банкоматы, магазины. Поэтому еще раз выражаю уверенность, что в данных беспорядках, надеюсь и уверен, что это никаким образом не связано с нефтяниками. Благодаря видео, которое сняли на любительские камеры и сотовые телефоны очевидцы массовых беспорядков, можно опознать многих виновников этого побоища. Но, как говорят эксперты, главные зачинщики таких акций обычно находятся на безопасном расстоянии. Александр Аксютиц и Бахтыбай Шаханов, агентство «Хабар». Oh,